Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тайгер Скиф, и у нас амнезия. Так, короче, заходим мы в этот амбар-ангар. Идем дальше. Так, перевозка химических средств. Внимание, едкое вещество огнеопасно. Окей. Это что такое? Что-то мне даже запись в журнал появилась. Так, странный контейнер. Кажется, эта канистра подойдет к тому бензонасосу, который я видел раньше. Тут же ужасный запах. Я не стану думать об увиденном и не стану пристально всматриваться в тот темный машинный зал. Вырисовывается более важная задача и возможно добраться до святого... А, возможность добраться до святого Данстена. Окей. Что, типа канистру туда надо нести? Обратно или что? Ну, получается, кстати, да. Что-то у нас тут опять рисунки, рисунки. Вот эта мясорубка, конечно, нарисованная, огромная. Которая мяско режет, рубит. Так, хорошо, я понял. Берем канистру, тащим ее обратно. Насколько я понял. Надо только вспомнить обратно это куда. Немножко темновасенько тут. Надо сказать. Сделаем как-то так. Со светом немножко поиграемся. Ладно. Так, где эта фигня стоит? А вот она. Вот, наверное, наверх. Что за чудище там бегает? Нифига себе. Только не говорите, что мне куда-то убегать надо. Я и так боюсь. Давай, крути, крути. Так, журнальчик. Так, быстрый доступ. Дорогой, милый Бог всех блаженных и смиренных, я должен проложить себе путь к спасению, схватить этот контейнер с его вонючим содержимым и покинуть это место до того, как сюда вернется этот почти человек. Я отправлюсь в церковь, ведь эта мерзость уже точно не сможет ступить на священную землю. Ой, не факт. Отправлюсь в церковь. Где тут эта церковь? Ага, вот это слева. То я туда уже заходил, типа. Как мне туда попасть? Дыщ. В эту, так сказать, церковь. Что мне кажется, что мне надо бы закрыться.
Так, это, кажись... Тут закрыто. Если я это сюда поставлю. Закрою. Мне ничего не нажимается. Зачем он тогда закрывается? Странно. Ну и куда мне теперь с этой фигней идти? Будет церковь. Как я туда попаду? Церковь святого... А! Типа заправить машину и отъехать, да? Давай попробуем. Где у нее тут бак? Или что-то похожее на это? Но не с этой стороны точно. Ну, куда его поставить? А, вот сюда. Тыщ! Вставился. Теперь типа заводим. Чё, вот это для того толчка надо было бак вставлять? Ничего себе. Как все сложно. Сюда, папа, посмотри, из него кто-нибудь вылупится. Мы можем забрать его домой? Да, родимый, конечно, мы можем забрать это домой. Че, яйцо какое-то нашли? Такое бывает. Так, тут у нас закрыто. Опять эти знаки. Непонятные рисунки. Честно говоря, в христианской церкви такие какие-то на могилках фигни нарисованы, что я даже не знаю, как это прокомментировать. Хрюшка. Так, это вот что такое? Это вот человек с хрюшкой закопанная. Вообще нормальная? Явление. О, времена нрава, да? Как-то странно, прям кладбище на улицу церкви выходит. На церковную улицу. Я, кстати, сюда мог зайти? И тут закрыто было. Ну, мы сейчас проверим. А, это с другой стороны вход. Понятно. Хорошо, возвращаемся. Не знаю, зачем я закрываю. Но так типа безопаснее. Такое маленькое ощущение. Ту-ду-ду-ду. Так, Скотт и Библии. Лили танцует. Лили танцует на столе. У нее горят глаза. Эта любовь прожгла ему сердце. На его сердце стало шрам от этой любви. От его танцующей любви. Прелестно. Опять запись. Так, в церкви святого Данстена. Я помню, как мы сидели здесь, одетые в черное, мы оплакивали и молились, склонив головы. Как же я тогда ненавидел Бога, как я отвергал его. Если это наш Бог, это свинья, которая отнимает у меня жену, то я отказываюсь принять его объятия. Я вырежу нового Бога для нас всех. Какое сумасшествие, я был таким дураком. Если бы весь этот
богохульный бред оставался внутри меня, я был бы обречен. Но даже здесь я чувствую пульсацию машины подо мной, и я знаю, что мой путь ждет меня. Ну, ждет так ждет. С кем не бывает. Блин, и тут те же замки на дверях стоят. Так, тут типа как комнатушка. Так, 23 ноября 1899 года. Две свечи, покорившиеся воле центрального святого, отбрасывают свет в углы часовни. Я думал, что могу доверить тайну отца Иеремии, но он оказался таким, как все. А потому старый священник отправился в загон со своей паствой. Он сказал, что вступит в наш мир вместе с нами. Настоящий пастырь. Что бы это ни значило. Библия. Так. Пусто. А ну, кыш. И тут пусто. Это закрыто. Идем дальше. Эти свиные маски. Так, это наверх или как помещение церковное, в холл или как оно там называется. Похоже, что двери в одно и то же самое место, только с разных сторон. Но это не точно. Так, вот это походу как та дверь на улицу, которая ведет. Ну да, вот с той стороны я бы вышел. Правильно ж ведь? Да, так и есть. Так, очки, ну что, идем сюда. Тук-тук. Да, было бы странно, если бы эта музыка тут не заиграла. Орган, как он есть. Это что у нас за дверца? Какое-то помещение. Ага. Окей. Что бы это ни значило. Бутылок столько. Все бухают. В этой игре все бухают. Так, дневник отца Иеремии, 1 октября 1899 года. Они стекаются сюда, где когда-то я ходил среди них, нося спасение. Сейчас же, влекомые теплом среди зимы, пищей, что раздает мандус, они заполнили мою церковь и уберегли меня от разорения. Он идет мимо них, и они едва ли не боготворят его. Он не дает им работать на своих заводах, утверждая, что его рабочих специально учат обращаться с новыми машинами, что рисковать жизнями неподготовленных прихожан было бы безответственно и неэтично. Путешествие в Мексику изменило его. Достойно восхваления то, что перед лицом ужасной трагедии, зачастую прикованной к постели, он находит силы на величайшую благотворительность во всем Лондоне. Невзирая на то, что стал основным поставщиком пищи в округе, он раздает плоды трудов своих беднякам, а они в ответ становятся его верно подданными. Ну да, как говорится, хлеба и зрелищ. Становятся верно подданными.
Так. Ту-ру-ду-дум. Ту-ру-ду-дум. Кто же это играл? Блин, там свиньи прям на кресте. Культ свиней. Или свиней культ. Так, чисто проверяю, нету ли тут чего. На лавках. И там мы были. Да уж. Картина не для слабонервных. У них там реально вон прям хрюндель на этом, на мозаике, или как это, витраж. Фу, мерзкая, мерзость какая-то. А вот и машина какая-то, управляющая чем-то. Даже можно дернуть. А с этой стороны что? Что-то закрыто, типа. Хорошо, дергаем. Сейчас что-то откроется. Началось. Ничего не открывается. Че, я тут типа чего-то еще не нашел? Я, честно говоря, не понял, чего я не нашел. Лопата неактивная. Это закрыто. Как говорится, еще дальше. Тут закрыто. Не понял. Только что была рука. А, это просто зажигать свечу могу. Без ничего. Не надо никакого огнева. Как в предыдущей части. Опа. Так, зашифрованный ключ. Какой-то механизм секретный и адский. Несомненно, отсутствующий подсвечник является ответом. Но зачем это? Понять невозможно. Зачем прятать секретные машины в храме? И где прихожая? Прихожане, почему эти следы тянутся к алтарю, как будто кто-то туда утащили, кого-то туда утащили. Это алтарь у них вообще козырный. Так, нету подсвечника, да? Значит, надо какой-то подсвечник туда притаскать, принести. Его надо где-то найти. Вот этот не? Или этот не? Тут по-прежнему закрыто. Эти не работают. Машина по-прежнему не запускается. Это по-прежнему не работает. Так, хорошо, значит, надо найти подсвечник. Элементарно. Наверное. А где его вам найду?
сюда вставить и повернуть. Ага, этот уже даже не активный. Типа встал в свою позицию. Ту-ру-ду-дум. Тут их так много. Какой взять? Наверняка где-то пришпилили его. Или где-то лежит, или ну вот какой взять. А это неактивное. Тут на складе возможно. А возможно и нет. Вон с той стороны есть какие-то. Да уж. Что туда на место можно вставить? Где его искать? Загадка, которой пока что нету разгадки. Насколько далеко надо вернуться в поисках? Ваша вера сковывает вам взор, профессор. Это как железные ковы, которые не позволяют вам шагнуть в будущее. Нам нужно новое божество из пары и шестеренок, из магнетизма и прогресса. Старый бог просто жалкая свинья, сплевывающий отходы на человечество. Отходы на человечество. Дайте подсвечник. Так, неактивный. Это все пассивные ребята. Где мне его найти? Скорее всего, что он должен быть, ну, не горящим. Картина. Я вроде не видел ничего такого. Вроде как. Да, странные люди. На алтаре ничего такого нету. Где взять фигню, которую сюда вставить? То ли я чего-то не вижу, то ли я чего-то не вижу. Да. Чего это? И не берутся, и не зажигаются. Там закрыто по-прежнему. Кнопочку нажать, что ли? Что-то я подтупливаю. Где есть лишний подсвечник? Так, ладно, ребята, на этом, пожалуй, серию закончим. Если кто знает, где подсвечник, подскажите, пожалуйста, в комментах, напишите потом. Ну а пока всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.